Поездка в дом отдыха, на природу или в другой город – отличная возможность отвлечься от суеты, рабочих будней и рутины. И не обязательно ехать за границу или в другую часть страны, чтобы интересно провести каникулы. Прекрасные места для отдыха есть и в Акмолинской области. Совсем скоро начнется сезон долгожданных летних каникул и отпусков, а потому нужно спланировать маршрут и составить список мест для посещения. Сегодня я вам расскажу, где и как можно отдохнуть с семьей. Это «Тревел-дневник» и я, Зарина Беккалиева. На этот раз мы решили посетить курорт-отель, расположенный на берегу озера Катарколь, который находится в Бурабайской курортной зоне, окруженный хвойным лесом с чистым воздухом. Нас встретила Екатерина, старший менеджер отдела продаж. Она ознакомила нас с территорией. Начинается курорт-отель с аллеи. Пройдя по ней, в глаза сразу бросаются таблички со всеми услугами, имеющимися на зоне отдыха. Далее располагается пункт проката велосипедов, как для детей, так и для взрослых. В местном лесу обитает очень много белок, что курортная зона решила сделать его своим символом. Интересный факт. Белка может служить символом запасливости и терпеливости. Она олицетворяет гармонию природы и равновесие в жизни, а также символизирует удачу и счастье. Нам стало интересно, помогли ли посетителям зоны отдыха гармоничные отношения с природой найти душевное равновесие. Заодно узнали, как они тут отдыхают. В принципе, плюсы во всем. Огромный аквапарк, что нас привлекло. Во-первых, можно приехать и осенью в холодную погоду, и ранней весной, и тем самым продлить себе лето. Во-вторых, очень насыщенная программа как для детей, так и для взрослых. И даже не можешь выбрать, тебе, допустим, 12 часов пойти вот на это мероприятие или на это, а есть еще вот это мероприятие. Очень замечательная кухня, действительно правильное питание. Очень сытный и завтрак, и обед, и ужин. Даже нравится кухня маленьким детям. Впечатления у нас очень хорошие. За сегодня, получается, мой третий день, за 3 дня осталось очень такое приятное впечатление. Отдыхать очень хорошо, природа прекрасная здесь, питание, все организовано, продумано. С семьей можно приехать, очень много интересных мест и для детей взять здесь, где отдыхать. Всем советуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вам здесь отдыхается? Что вы здесь делаете, когда приехали? Приехали 2 дня назад. Отличный отдых. Мы от профсоюза приехали. 100% оплаты. Мы руководители организации образования Северо-Казахстанской области. Поэтому такая возможность именно отдых плюс оздоровление. Отличное обслуживание, питание, очень на высоком уровне такое питание, качественное, и программа полностью продумана. Полностью. Аквапарк, все водные процедуры, и отель тоже там очень уютно. В общем, вернётесь, все нам понравилось. Сюда еще. Вернемся обязательно, если будет такая возможность, обязательно. Курорт-отель изначально функционировал как детский лагерь и постепенно перешел к семейному отдыху. Историей поделилась одна из руководителей Елена Брановская, которая стояла у истоков отеля. Наш отель, ну, как бы свое начало начал детским отдыхом. В 2006 году на этом месте был лагерь «Простор», где отдыхали дети. Но в летний период на протяжении многих лет мы принимали параллельно, еще летом работали, функционировали до пандемии как детский лагерь. Как детский лагерь к нам приезжали дети со всего Казахстана, с России были. Вообще лагерь у нас достаточно был такой, как дети говорили, крутой, потому что у нас была очень интересная программа. Педагоги у нас ездили на обучение, мы были в Артеке, на международной конференции детские ездили. Потом, после пандемии, мы стали функционировать уже как только семейный отдых, поэтому в летний период у нас лагеря сейчас нет. А строительство вообще в отеле шло постепенно. После того, как были возведены наши гостиницы, столовые, основные как бы корпуса, мы запустили бассейн. После бассейна мы запустили большую детскую игровую. У нас детская игровая на 1200 квадратов. И затем, вот в 2020 году, конечно, это самое такое яркое наше событие, это открытие нашего аквапарка.
Вот концепция вообще наша – это семейный отдых. Поэтому у нас есть большая детская программа, у нас работают аниматоры, методист. То есть в течение дня родители вместе с детьми проводят активный, ну, такой образ жизни у нас здесь на территории отеля. У нас проходит для детей множество различных мастер-классов, и они у нас и пиццу готовят, и баурсаки, и работают с природным материалом, и танцевальные мастер-классы. Ну, достаточно очень насыщенная программа. Ну, этим мы, наверное, больше всего и привлекаем туристов, потому что вот концепция именно семейного отдыха. По словам сотрудников, курорт посещают гости из Нур-Султана, Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и других областей Казахстана, также из ближнего зарубежья. В основном посещающие приезжают всей семьей с детьми. Для них предусмотрена детская площадка на улице, а также большая детская игровая в помещении. Отдыхом очень довольны. Здесь созданы все условия, чтобы мы могли спокойно отдыхать, не напрягаться. Данный игровой находится уже только сегодня, третий час. Дочка до сих пор не хочет ходить, хотя есть много различных развлечений. Но ребенок, здесь ему нравится, она бегает. Много детей, все очень хорошо. Мне нравится аквапарк. Там горки такие большие, очень крутые. Кстати, об аквапарках. Здесь находится единственный крытый аквапарк в регионе, работающий круглый год. Тем самым пользуется особой популярностью среди посетителей. Перед нами сейчас спа-центр. В него у нас включены различные бани, бассейн, аквапарк. А также у нас здесь имеется магазин при аквапарке, тренажерный зал и водогрязелечебница. Аквапарк находится внутри спа-центра. В нем имеются 8 различных горок, удобные шезлонги, детская зона и джакузи. Для посетителей функционирует гардероб, раздевалка, душевые кабины и санузел, посещение которых входит в стоимость проживания. В спа-зоне имеется русская баня, хамам, джакузи, душ Шарко, Шунгитова, травяная баня и соляная баня. Также проводится общее парение. 4 парения в день, общее коллективное парение, групповое парение, в которое люди заходят и начинают париться вместе со мной. После окончания данной процедуры мы выходим группой на улицу и групповое обливание. На втором этаже проходят все косметологические процедуры, начиная от грязелечения, пилинга и заканчивая массажем. Также у нас тут проходит медово-кофейный пилинг. Пилинг стоит 5000. Время бронирования у нас 3 процедуры, также приходят, оплачивают, приходят ко мне на процедуры, я принимаю гостю, и начинается сама процедура. После окончания пилинга гость садится и пьет ароматный чай. На первом этаже центра находится тренажерный зал, оснащенный необходимыми тренажерами. В зале работают инструкторы, есть отдельная зона для джампинга. Здоровье и спорт очень важны, и даже на отдыхе люди не должны о них забывать. Здесь на территории располагается мягкая зона, где можно остаться наедине с самим собой, почитать книги и подышать свежим воздухом. Куда ходила? Где была? Как же хорошо отдохнуть от городской суеты. Все гости курорта твердили нам, что тут вкусно кормят. Мы, конечно же, сами решили проверить, так ли это на самом деле. И убедились в этом. Здесь предоставляется трехразовое питание, все подается полезным и свежим. Недалеко от корпусов находится веревочный парк, где каждый вошедший имеет возможность почувствовать себя альпинистом, скалолазом или просто ловким человеком. Аттракционы связаны в единую логическую цепь с общими условиями прохождения. Есть испытания как для детей, так и для взрослых. Также отдельно находится медицинский блок. Здесь можно получить рекомендацию от квалифицированных врачей. Они назначают медуслуги. Есть такие процедуры, как лимфодренаж, фитотерапия, термокапсула, ультразвуковая терапия и другие. Я выбрала светотерапию. Она помогает для поддержания иммунитета, успокоения и расслабления. Лимфодренаж улучшает кровоснабжение хорошо. Отек проводит очень хорошо, и также хорошо по расслаблению проводит очень хорошо. Все по назначению доктора делаем, без назначения доктора не принимаем. С
свои противопоказания свои, все принимает по назначению доктора. У женщины лежит она примерно 10 минут. Как вы себя чувствуете? Хорошо чувствует, да. Она вот просто идет, она сжимает тело, затем расслабляет. Так же она сжимает и расслабляет. Вот. После каждого раза мы каждый день проверяем также. Чтобы потанцевать, расслабиться, а спеть знакомые песни с лайв-бендом, мы решили пойти в шатер, где проходят тематические мероприятия, игры и танцы. Мы получили ключ от стандартного номера. Давайте же пройдем внутрь и посмотрим, какой он. Так, у нас 3312. Угу. Вау, здесь очень классный, яркий интерьер. И кровать большая. Каждый номер оснащен санузлом и душевой с теплым полом, регулируемой системой отопления, холодильник, сейф, шкаф, чайник, фен, LED-телевизор со спутниковым телевидением. Номера стандартные, с двумя двухспальными кроватями. Как мы поняли, даже самый маленький и самый взрослый может здесь найти что-то свое. Путешествуйте, открывайте для себя наш регион. Мы с вами не прощаемся, а увидимся в следующей программе. Это Travel Дневник и я, Зарина Беккалиева.